Так, здесь мы видим по улице, вот возле тротуаров, вот так вот растет очень много вот этого растения, которое называется адельфа. Адельфа, мы уже выяснили, как это растение называется. Вот эта адельфа, она бывает белая, бывает красная. Вот, одинаковые стволы деревца, только цветочки разного цвета. Но пахнет одинаково, такой запах, приятный такой, услаждающий запах. А вообще, если его срезать, на срезе выделяется такая жидкость, и она, как сказали местные жители, содержит арсеникум. Но всем известно, что такое арсеникум. Это яд, который называется мышьяк у нас на нашем языке. Вот здесь вот это растение адельфа вырабатывает мышьяк. Из него можно, ну, насушить этого мышьяка, то есть капельки высушить, останется порошок, или растворить в воде. Очень интересное сделать лекарство.